Напомним, здание культурного центра «Обь» закрыли в этом году. Объект культуры был построен еще в 1996. Естественно, ни одно здание не может так длительно эксплуатироваться без вложений в него. И сегодня наш надежный социально-экономический партнер «Люганскнефтегаз» взял на себя вот это бремя ремонта данного здания. И, по сути, сегодня уже начались работы по капитальному ремонту здания культурного центра «Обь», который находится у нас в городе. Здание не соответствует нормам пожарной безопасности. Закрыть объект – предписание контролирующих органов. Небезопасно эксплуатировать данный объект. Осознавая особую социальную значимость данного объекта, крупнейшего культурного объекта города Нефтеюганска, «Юганскнефтегаз», как социально ответственное предприятие, берет на себя обязательства по приведению объекта в соответствии с нормами и правилами, в том числе и пожарной безопасности, по ремонту объекта, поскольку уже есть физический износ за столь длительную историю эксплуатации объекта. Отметим, реконструкция здания и приведение его в соответствие с современным требованиям позволит возобновить работу культурного центра «Обь» в как можно более короткие сроки, чтобы творческие коллективы вернулись в родные и уже безопасные стены как можно раньше.